Бурятии сейчас сложная ситуация из-за гриппа и ОРВИ, а пачка масок стоит примерно как бизнес-ланч. Иногда их вообще нет в аптеках. Сейчас мы спросим, сколько они стоят и есть ли они вообще. Масочек пока в наличии нет. А почему их нету? Мы заказывали маски, их пока в наличии нет. А сколько они вообще стоят? Маски стоили 5 рублей. Ну, сейчас эпидемия гриппа. Я считаю, что неправильно повышение цены. Я только с аптеки пришла. Вот. Лекарства подорожали? Даже не обращаю внимания. Я никогда не обращаю внимания. Взяла и пошла. Лишь бы мне дали. У меня нет такой моды. На сегодняшний день, к сожалению, нельзя купить маски поштучно. Только от 3 штук. А в некоторых аптеках даже фасуют по 5 и продают в целлофановых пакетах, что нарушает вообще права потребителей. Из 19 проверенных аптек масок в 13 не оказалось, и в 9 отсутствовал такой препарат, как ацикловир, то есть это основной противовирусный препарат. Самая высокая цена, по нашим подсчетам, это 21 рубль 30 копеек за одну маску на сегодняшний день. Отчет по нашему рейду мы направим в Роспотребнадзор для того, чтобы там уже была проведена работа и установили уже соответствующие цены на первоочередные вот необходимые препараты и маски. Я из Монголии, и у нас в Монголии все закрылось в школе, университете из-за коронавируса. И маски в аптеках не продают, потому что цены очень дорого. И еще почему-то, я не знаю, все говорят, что все, маска закончилась. И поэтому очень много монголов тут в Улан-Удэ переезжает и покупает из Улан-Удэ очень много масок. И я искала покупать маски, и все говорят, что нет, уже все закончилось. И некоторые аптеки там даже написано, что маски нет, не спроси, пожалуйста. Напомним, что 10 февраля в школах города карантин, а в садик можно ходить только с разрешения родителей. Дарья Ситникова, Константин Гармаев, Данила Жаркой, телекомпания АТВ.